Let's go!
I know this is really.
Спасибо вам огромное, что пришли сегодня поддержать нас. Хочется сказать, что этот спектакль сегодня получился благодаря огромному количеству людей, которые сейчас находятся вне поля зрения сцены и в поле зрения сцены. Во-первых, это хореограф Катя Акимова, которая поставила классику. Во-вторых, звук Катя Тилкова, которая... Свет Андрей Кочергин. Видеопроекция Ксения Лазарева и Виктор Болтышев сидел за пультом. Мы строили декорации вместе с Женей Петрушиным, который сегодня очень грустно провел все время за сценой и очень просился сюда. Иди сюда. Грим, Анастасия Уразова, Екатерина. Танцоры еще. Я не смогу перечислить 12 штук сейчас, простите меня. Все, кто ходит на наши концерты, знают, что мне не очень получается разговаривать с вами, особенно на концертах. Но сегодня я хочу немножко попробовать. Я хочу донести одну мысль. 3 года назад я сидела в офисе, одна, без музыкантов. И у меня появилась в голове идея этого альбома. Поверив в себя, я нашла музыкантов Ника и Мишу, которые поверили в меня, в мою идею и в Voodoo Idol. И вместе мы записали этот альбом. Потом мы начали верить друг в друга, мечтать еще больше. И мы решили воплотить в жизнь такую безумную идею, как театральная постановка, не имея никакого опыта, не имея никаких знакомств. И в нас поверили еще больше людей, всех, кого я сегодня перечислила. Потому я хочу сказать вам, пожалуйста, верьте в себя, верьте в свои безумные идеи, верьте в друг друга и вдохновляйте друг друга. Спасибо, что провели сегодня этот вечер с нами.